Интереснейший конкурс для дизайнеров интерьера, для молодых дизайнеров, который называется «Дизайн перспектива». Только что вы посмотрели ролик, где мы рассказали вам о номинациях, мы рассказали вам о партнерах, поэтому я, конечно же, приглашаю вас принимать участие в этом конкурсе и побеждать. Несмотря на то, что этот конкурс не A-Design Awards и не Red Dot, в котором побеждал наш сегодняшний спикер, но, тем не менее, это тоже неплохое начало вашего творческого пути, поэтому я рекомендую вам принимать участие в этом конкурсе, потому что много классных номинаций, я уверена, что конкурс будет с годами расти и развиваться. Пожалуйста, переходите по ссылке Design Outlook, смотрите на номинации, подавайте ваши работы, ну и, конечно же, побеждайте. Как я уже сказала, зовут меня Светлана Котлукова, агентство «Архдиалог», и в течение подготовки к финалу данного конкурса мы проводим большое количество открытых вебинаров, знакомим вас с интереснейшими спикерами, с членами жюри, которые вдохновляют вас на развитие и, безусловно, на победу в данных конкурсах. Сегодня у нас одна из таких замечательных встреч. И давайте немножко по техническим вопросам пробежимся, расскажу вам, как мы сегодня будем работать, какие у нас правила, ну и непосредственно потом познакомимся с вами, и я передам слово нашему сегодняшнему спикеру, его представив. Кстати, почему-то Алексей не выглядит таким же загоревшим, как он выкладывает себя в своих социальных сетях. Знаю, что где-то там на морях. Ну что, друзья мои, технические вопросы. Перед глазами у вас презентация, ей будет оперировать наш сегодняшний спикер, и вы можете ее приблизить либо отдалить. Обратите, пожалуйста, внимание на правый верхний угол, там есть значок плюс и минус. Вы это можете делать на ваших индивидуальных устройствах. Аналогично вы можете увеличивать и уменьшать звук, если вам громко или тихо, вы можете это делать точно так же на ваших устройствах. В чате мне помогает сегодня Ирина. Ирина уже выложила информацию о том, что делать, если вам не слышно, если у вас проблемы со звуком. На самом деле причин может быть много, начиная от того, что у вас плохой интернет, заканчивая тем, что у вас где-то подключены Bluetooth-наушники, которые в этот момент рассказывают голосом Алексея Данилина про предметный дизайн кому-то другому. Поэтому, пожалуйста, все это проверьте. Если вы понимаете, что у вас какая-то проблема, завис спикер, что-то не работает, пожалуйста, перезагрузите. Такие проблемы бывают, и все, причины могут быть совершенно разные. Если мы понимаем, что завис у нас Алексей, тоже ничего страшного, Алексей в этот момент перезагрузится, вернется к нам снова. Поэтому не переживаем, в чат не флудим, сначала перезагружаемся, потом уже начинаем писать, мне не слышно, мне не видно. Что у нас сегодня за встреча? На самом деле, сегодня потрясающая встреча, очень вдохновляющая. Я, на самом деле, не первый раз приглашаю Алексея выступать и уверена, что сегодня... кстати, хороший вопрос задает Екатерина. Екатерина, по поводу записи. Запись мы ведем техническую, в зависимости от того, как мы решим с Алексеем или самостоятельно, выложим ее или не выложим, вообще запишется она у нас или нет, мы дальше решим, выложим ее в открытый доступ или нет. Бывают технические сбои, поэтому, конечно, мы не можем обещать о том, что запись будет в открытом доступе, если она у нас просто не запишется. Поэтому я рекомендую вам оставаться с нами в чате, я рекомендую вам слушать внимательно нашего спикера, я рекомендую вам задавать вопросы, пожалуйста, Алексей на них с удовольствием ответит. Ну и прежде чем познакомиться с вами и представить вам Алексея, я немножечко лирического отступления расскажу о том, что сегодня у нас на самом деле уникальная встреча. Во-первых, она проходит в преддверии крупнейшей выставки, посвященной освещению вообще в нашей стране. Это выставка Interlight. И я знаю, что Алексей практически выкроил для нас последние минутки своего времени, потому что действительно знаю, что его и его бренд, с которым он работает, ждет большая экспозиция, и он этим сейчас занимается. Во-вторых, Алексей является... Добрый вечер, Наталья. Алексей является очень успешным предметным дизайнером, и поскольку в рамках нашего конкурса есть, безусловно, номинация, посвященная предметному дизайну, мы попросили Алексея о своем опыте рассказать. Поэтому я вас прям призываю задавать ему вопросы, выпытывать все. И, кстати, Алексей, вчера я выложила анонс вашего сегодняшнего вебинара в группу с предметными дизайнерами. И многие дизайнеры
дизайнеры уже накидали мне там вопросы, которые я вам сегодня буду переадресовывать. А вопросы такие каверзные, каверзные от коллег вопросы. Так что обязательно в конце я к вам вернусь и эти вопросы задам. Но прежде чем представить Алексея, давайте, друзья мои, познакомимся с вами для того, чтобы мы понимали, кто сегодня нас слушает. Поэтому, пожалуйста, напишите в чат, кто вы и из какого города. Дизайнер интерьеров Москва, предметный дизайнер Санкт-Петербург, учусь на дизайнера... Алексей, скажите мне какой-нибудь город. Город? Да, отлично, да. Друзья, пишите, пожалуйста, в чат, расскажите о себе для того, чтобы мы понимали, кто у нас сегодня в гостях и какая география. Так. Наталья к нам присоединилась, из дизайнера интерьеров из Владимира. Владимир Иванова. Обожаю свою работу, пишет нам Виктория. Так, а где же, вот, начинающий дизайнер, отлично, Катерина, прекрасно. Мне кажется, что сегодня главная задача Алексея – это вдохновить всех и на какие-то новые свершения, новые победы. Вика, Минск, у нас сегодня международная встреча, Алексей, видите, к нам Беларусь присоединилась. Иркутск, начинающий дизайнер, отлично. А есть ли предметные дизайнеры, есть ли люди, которые хотят связать свою профессию с созданием не интерьеров, а предметов? Коллеги, откликнитесь. Сегодня же для вас такое потрясающее мероприятие. Пишите, пишите, не стесняйтесь. Нам это... Да, я, пишет нам Ирина. Ура. Хотела бы стать, хочу попробовать в предметном дизайне. Хочу. Класс, класс. Алексей, смотрите, девушки на вас надеются. Ваша задача сегодня их вдохновить. Ого, начинающий предметный и обувной дизайнер. Был ли у вас опыт работы с обувью? Я знаю, что с фэшеном был. Ну, да? С обувью нет, нет, никогда. Но... Это прям интересная сфера. Ну, я уверена, Элина, через какое-то время и вы будете спикером и расскажете вам, нам о вашем опыте. Ну что, друзья мои, свойственной себе лирической манере приглашаю на эту сцену замечательного дизайнера, дизайнера освещения, предметного дизайнера, человека, который связал свою жизнь именно с созданием крутых объектов освещения, и не только освещения, он сегодня расскажет о своем непростом пути. Я уверена, что вдохновит вас и вдохновит вас на то, чтобы создавать по-настоящему крутой, классный российский предметный дизайн и побеждать во многих конкурсах, потому что Алексей является лауреатом и победителем многих международных конкурсов, вот они, безумное количество наград, и действительно, Алексей, это то самое достояние, как мне кажется, российского дизайна. Я очень рада, что он сегодня у нас в гостях, и что сегодня он передаст частичку своего таланта, своего опыта вам, и через какое-то время, быть может, вы скажете, да, я был на лекции Алексея Данилина, именно благодаря ему выбрал свой путь в дизайне интерьеров или в предметном дизайне. Друзья мои, у нас сегодня в гостях замечательный дизайнер, предметный дизайнер, лауреат многих конкурсов Алексей Данилин. Давайте его приветствовать нашими аплодисментами. Алексей, вам слово. Как всегда, наслаждаемся и внимательно слушаем. Светлана, большое спасибо за такое яркое представление. Я покраснел. Большое спасибо. Всем привет. Большое спасибо, что сегодня присоединились к нашему вебинару. Я надеюсь, что сегодня расскажу вам много всего полезного. Расскажу, собственно, как стать из дизайнера интерьеров предметным дизайнером на примере собственного истории. Кроме того, вам расскажу, как разрабатываются коллекции, чем они вдохновляются, и расскажу, как они создаются, в том числе различные технические особенности, которые необходимо учитывать при разработке. Обязательно спрашивайте дополнительные вопросы, я буду постоянно смотреть в чат, чтобы оперативно вам сразу отвечать. Кроме того, я вам расскажу, как работать, возможно, на себя, возможно, на компанию и разные возможности в этом плане. И также, конечно, вам подготовил такой небольшой бриф, небольшой файлик, который я вам в самом конце скину, с такой подборкой ресурсов по предметному дизайну, с журналами по предметному дизайну, со ссылками на Инстаграм, с различными, где вы можете окунуться в этот мир, чтобы понять тренды современного предметного дизайна. И, собственно, путь.
Я, собственно, учитель изо черчения по образованию. Это вот, собственно, мой диплом, как вы видите, такой иллюстрации в стиле арт-нуво. И после окончания университета я попал к прекрасной женщине Ванине Буде. Это француженка, которая занималась дизайном интерьеров в Москве в очень такой классической манере. Вы видите, если вы дизайнер интерьеров, вы видите развертки, как эскизы от руки. То, я думаю, вам очень многим знакомым, в том числе здесь представлены мебель на заказ. Это, наверное, был самый первый опыт, когда я встретился с предметным дизайном. Но, скажем так, там было достаточно скучно, потому что именно классический дизайн мне не близок, поэтому я ушел с компании «Фабрика Арт». И это вообще достаточно такая неизвестная сфера для многих, дизайн-шоу. Это достаточно большая сфера, в Москве достаточно много компаний. Компания «Фабрика Арт» является самой большой, и она делает декорации для концертов, например, там, Лепсу, Лободе когда-то, другим большим артистам. И мы там создавали различные там, стенды, декорации. И здесь вот представлен, например, стенд Сколково, снизу такие элементы декора для ГУМа. А следующий, мне кажется, достаточно забавный слайд, потому что это история проекта для Mary Kay. Mary Kay делали парфюмерный бренд, если вы его знаете, косметический. Они делали такое большое мероприятие, которое должно поощрять их менеджеров по продажам, и пригласили нас создать им сцену, и мне необходимо было создать им трон. Вот и слева вы видите эскиз трона в стиле декораций, скажем так, очень такой классический, но тем не менее пытался его сделать интересным. А справа это уже то, что в итоге пошло в производство, потому что когда я сделал первый левый вариант, оказалось то, что он абсолютно неправильный, что он не подойдет заказчику, потому что трон должен быть в виде жука. Потому что у Mary Kay есть большая такая история того, что персонал награждается такими пчелками, золотыми, серебряными, и там существует такая градация пчелок, и трон должен быть тоже в виде этой пчелки, и пришлось, собственно, делать такие изменения. Это такой маленький реверанс в историю, скажем так, дизайн-шоу. Потом я связался с современным искусством и сделал инсталляцию, которая называется Futuristic Cross. Это вот 3D-рендеры, которые вы видите, а снизу справа вы можете увидеть, собственно, фотографию этой инсталляции. Инсталляция была посвящена современной архитектуре в России, именно церковной, потому что, как, возможно, вы знаете, когда мы едем в какие-нибудь западные страны, там, например, в Бразилии, либо там в Испании, храмы очень часто строятся именно в современном духе, в современной стилистике. В России это не принято, поэтому я решил сделать современный такой религиозный объект, но в абсолютно таком футуристическом ключе. После чего этот крест был, собственно, экспонирован в рамках Московской недели Биеннале современного искусства, а потом долго украшал кирху на Китай-городе. Возможно, вы ее когда-нибудь замечали, если вы из Москвы. Потом, собственно, я пришел к тому, что необходим, мне нравится предметный дизайн и дизайн освещения, когда я поработал впервые со световой инсталляцией, которую я вам показал перед этим, и участвовал в выставке Московской недели дизайна и в дизайн Village этого. Это уже площадки не существует, но на тот момент она была достаточно актуальна, и я делал такие работы достаточно футуристические. Я очень любил Джизаку Хадид, поэтому параметрическая архитектура, она захватила мои мысли, и я создавал именно такие светильники. Их я создавал на собственные средства для выставок. И оказалось, что такой путь, он как бы оказался перспективным неожиданно, поскольку когда я стал смотреть как HeadHunter и различные вакансии, оказалось то, что существует вакансия дизайнера освещения. И после этой выставки на Московской неделе дизайна один из моих светильников попал на обложку журнала по освещению юбилейную. И, собственно, на собеседовании в Майтоне, в бренд, в котором я работаю уже более 8 лет, я пришел уже с обложкой журнала, и, конечно же, работодателям было
легче меня взять на работу с опытом создания освещения и, конечно же, с таким небольшим пиаром. Я там уже работаю 8 лет, и мы создаем самые разные освещения. Это сейчас я покажу, наверное, самые популярные модели, которые я создал за последние годы. Это именно в количестве штук, которые были проданы. А потом я вам покажу более, может быть, интересные модели, которые были созданы именно скорее для выставок, для более кулуарные и более такие творческие. И вот эти светильники, возможно, вы их даже видели у кого-нибудь в гостях, в каких-нибудь журналах, они периодически там появляются, и они абсолютно коммерческие. Но существуют разные абсолютно подходы для проектирования интерьеров. Например, я вам сейчас главным, наверное, приемом для создания светильников является дизайн эмоций и дизайн ассоциаций. То есть, когда светильник нам что-то либо напоминает, создает у нас какую-то ассоциацию, либо от ассоциации мы создаем какой-то объект. Например, как и многие российские дизайнеры, я делал светильник по мотивам матрешек, потому что это, скажем так, наша такая российская судьба. И сочетая форму такой ареал матрешки и традиционной настольной лампы, я сделал светильник-силуэт, и он в том числе включает с собой принцип матрешки, то, что он состоит из нескольких таких металлических силуэтов, которые вращаются и собираются в одну плоскость. Но когда вы создаете, например, даже объект, скажем так, ассоциативного дизайна, всегда необходимо думать о технической стороне. Например, этот светильник еще хорош тем, что когда вот эти силуэты вы складываете между собой в одну плоскость, то их намного легче перевозить. Благодаря этому, скажем так, цена светильника в меньшей коробке уже на полке будет меньше, он более конкурентоспособен. И кроме того, в такой сборке, когда они все вложены друг в друга, этот светильник, упаковка этого светильника будет более целостной, и благодаря этому он приедет намного более красивый, более без каких-то царапин, каких-то проблематичных элементов, и, скажем так, будет максимально удачно выглядеть. Кроме этого светильника, он, кстати, получил итальянскую награду A-Design, я хотел бы вам рассказать про мою любовь, скажем так, к древней архитектуре. Это, например, византийская церковь, которая интересна тем, что византийские церкви, прежде всего, они очень, скажем так, чаще всего скромные снаружи, но внутри максимально наполнены золотом, орнаментами, изображениями. И это их концепция, как концепция духовного мира, то, что главное, это то, что внутри каждого человека. Поэтому я спроектировал светильник, который называется «Фантом», и он интересен тем, что, скажем так, в пуклый в стену, то есть он встраивается в стену, и внутри, благодаря своей форме, он выкрашен в золото, и благодаря этому там находится сверху источник освещения, и создается эффект того, что он объемный, хотя он является впуклым. Поэтому он называется таким фантом, как такое привидение, входящее в стену. Устроено, например, вот так вот, как вы видите сейчас на изображении. Уважаемые коллеги, пожалуйста, пишите ваши комментарии, ваши вопросики, и я обязательно буду на них отвечать. Также светильник синтези, он интересен тем, что часто приходит вдохновение от современного искусства. И вот этот художник Сантьяго Виланьева, он создает красивые достаточно инсталляции. Фантом – потрясающая идея. Спасибо, Елена. Синтези. Это, собственно, само даже название светильника, когда вы придумываете название, оно должно иметь определенный смысл, который передает определенный объект. И синтез – это понятие, которое объединяет разные сущности, и в этом плане эта серия объединяет современное искусство и образы современного искусства, которые вы видите в работах Сантьяго, и предметный дизайн, и различные технические фишки, которые вы сейчас увидите. Взяв вот эту, скажем так, общую форму, я сделал настенные светильники бра, которые видите
слева. И благодаря специальным маленьким крепежам к стене и длинным проводам, которые можно легко регулировать, можно создавать самые разные композиции на стене, которые помогают либо как-то функционально осветить пространство, либо создать какой-нибудь интересный декоративный эффект. Либо этот же светильник можно просто повесить к потолку. Кстати, у меня вот сейчас за спиной тоже мой светильник, называется «Баланс», был выпущен в прошлом году. Он достаточно уже, скажем так, он не имеет такой интересного сопровождения в виде легенды, но тем не менее иногда даже форма творчества, скажем так, имеет большой коммерческий потенциал. И в этом светильнике также есть интересная фишка, как вы видите, источники освещения. Именно при проектировании освещения это очень важно, не только думать о том, как выглядит светильник с точки зрения геометрии, а очень важно, как он светит, и для чего он светит, когда он светит. В этом варианте светильник синтези, у него LED-плата, закрытый матовым рассеивателем. LED-платы всегда необходимо закрывать, потому что, если вы на них посмотрите вблизи, это они такие маленькие желтые прямоугольнички. Они сами по себе не симпатичные, их всегда лучше закрывать матовым рассеивателем, как здесь. И они здесь закрыты сверху и снизу. Благодаря этому создается мягкое рассеянное освещение сверху и снизу, вниз, для того, чтобы создать функциональное освещение, например, для зоны, где мы читаем, отдыхаем, а верхняя часть может освещать какую-нибудь стену и подчеркивать, например, какие-нибудь интересные обои, штукатурку и так далее. В данном случае этот эффект создается благодаря вот этой системе, которую видите сейчас. Давайте я вам сейчас попробую показать это с помощью технологии вебинара. То есть вот у нас есть один рассеиватель, который почему-то у нас покрасился в такой странный цвет. Нижний рассеиватель матовый. Между ними у нас находится... Я не знаю, как здесь меняется цвет. LED-платы. Одна светит, собственно, вверх. Вторая у нас светит вниз. То, что я вам рассказывал. Это, собственно, у нас функциональное декоративное освещение. Но сверху у нас расположен такой расположено стекло, которое гальванизировано. Гальванизированное стекло, оно, скажем так, по-особому производится. То есть оно при выключенном свете абсолютно, во-первых, хромированное, как зеркало. А при включенном свете оно остается полупрозрачным, но при этом глянцевость остается. И достигается вот этот эффект, как мы видим на этом изображении, то, что благодаря вот этому нижнему рассеивателю на стекле верхнем, вот этом гальванизированном, создается градиент, который похож, скажем так, на пламя свечи, и создается достаточно такой красивый, интересный декоративный эффект. И это необходимо именно технически продумывать, и при создании освещения это очень здорово, когда вы играетесь не только с формой самого светильника, там, цветом, формой, композицией, но и при этом используете цветовой поток как самовыражение для этого объекта. Спасибо, Дарья. Так, разнообразие размещения. Это не очень, это очень не хватает хорошей находки. Спасибо, Лариса. Следующим нашим светильником является Rebel. Вот эти светильники я вам сейчас расскажу, скажем так, мимолетом, а будет еще несколько светильников, где я более детально разберу их по производственной части, потому что я знаю, что многим, скажем так, дизайнерам интерьеров, либо студентам часто не хватает именно технической информации для создания освещения, а скорее они, скажем так, художественного таланта. Поэтому тут вы спрашиваете какие-нибудь конкретные вопросы, я попробую вам ответить.
Вот этот светильник был тоже, скажем так, вдохновлен современным искусством. Аниш Капур, очень известный архитектор и скульптор, британский, индийского происхождения, он известен, например, своей работой такой красной башни для Олимпиады в Лондоне, которую британцы многие ненавидят. Из-за этого называли бунтарем от искусства, потому что он создает такие недостаточные вещи. И тем не менее, он создал достаточно много скульптур зеркальных, поэтому я сделал светильник Rebel, который заключается в том, что он как раз выполнен из гальванизированного стекла, которое полупрозрачное и глянцевое, а внутри находится шар со светодиодами. Я вам сейчас попробую рассказать, как он устроен. То есть это две, скажем так, половинки шара. Они у нас, естественно, при проектировании, скажем так, можно нарисовать, что у нас светится какой-то шарик, и вот какие-то две стеклянные половинки. Но, к сожалению, антигравитаторов еще не придумано, поэтому они так работать не могут. Поэтому технически они всегда должны достаточно сильно быть разработаны. Например, каждое стекло, оно не висит в воздухе, оно специально, скажем так, выгибается внутрь себя для того, чтобы закрепиться за этот шар. Это мы скажем. А светодиоды, они расположены, скажем так, посередине этого шара находится такой цилиндр металлический, самыми простыми словами попробую объяснить, на котором он в форме шестигольника либо восьмигранника, я сейчас точно не помню, по которому расположены светодиодные ленты по шестиграням. Благодаря чему создается плавное рассеянное освещение, и благодаря тому, что вот эти стекла, верхние и нижние, они гальванизированы, то это освещение преломляется на этом стекле и создаются какие-то различные световые эффекты. Совсем скоро он у нас приедет уже на склад, и я планирую съемочку, и, собственно, там в Инстаграме выложу, я думаю, мы на сайте выложим, чтобы уже посмотреть его вживую, потому что, к сожалению, сейчас эффект передать сложно. Крепление на шару клеем? Нет. Лариса, крепление к шару клеем невозможно, потому что, скажем так, существует два разных дизайна. Да? Там есть дизайн серийный, массовый, от крупных производителей. Вот я работаю на немецкий бренд Майтони, под брендом Майтони, да. Поэтому у нас все должно быть очень качественно, потому что любая рекламация от клиента – это потеря фирмы финансовая и потеря имиджевая. Исходя из этого, здесь очень важно, что клей могут пользоваться, например, дизайнеры, которые создают прототипы, либо какой-то дизайн индивидуальный, коллекционный, там до 10, у нас считается до 10, по-моему, экземпляров, это коллекционный дизайн. Все, что уже массовое производство, там уже невозможно никакой клей, это уже, скажем так, все должно быть очень качественно. Именно в этом светильнике, вот этот шар, так, здесь у нас этот шар у нас выглядит примерно так. И шар уже крепится с помощью винтов, специальных металлических конструкций, для того, чтобы... То есть он уже там внизу затягивается гайкой, чтобы это все максимально, скажем так, крепко и надежно крепилось. Потому что другие варианты в массовом производстве невозможны. Кроме того, сейчас мы, например, даже в этом светильнике переделали конструкцию, скажем так, не конструкцию, а сборку. То есть для уже следующей партии этих светильников этот светильник будет приезжать уже практически полностью собранный, для того, чтобы клиентам уже необходимо было делать намного меньше действий, и для того, чтобы фабрика выравнивала его уже на производстве, а не клиенту приходилось это делать самому. Но это далеко, мне, конечно, наверное, я убежал. Сборка по центру на шпильку. Да.
И мы переходим с вами от немножко Майтони, уйдем перед возвращением к освещению, к дизайну мебели. Эта серия называется Shell. Это серия, это на самом деле один диван, который был вдохновлен морскими жителями и раковинами, там, различных морских обитателей, которые окутывают тельца морских жителей. И, скажем так, вот эта спинка, она гнущаяся, и благодаря тому, что ее можно гнуть и крепить по-разному к основанию дивана, можно очень сильно менять дизайн до 5 вариаций. И этот дизайн был сделан, по-моему, 5 лет назад. И сейчас, собственно, это та история, когда сначала делаешь нечто, а потом, скажем так, видишь много чего-то похожего, потому что сейчас очень много делают мебели именно с таким формообразованием. И я этому безумно рад, потому что этот, например, диван, он получил Red Dot, и в том числе был, я его видел в отборке компании, которая отслеживает, французской компании, которая следит за трендами, делает для крупных компаний свои отчеты по трендам. Я этот диван, собственно, видел, было очень приятно. И мы с вами как сферы оплавленный или шлифованный. Так, Лариса, я вам сейчас не отвечу, к сожалению, или к радости. Возможно, я сейчас не настолько компетентен, чтобы ответить вам на этот вопрос, поскольку у нас есть инженер, который об этом думает. И я все-таки не до конца сведую в этих вопросах. Спасибо. И мы с вами переходим к светильнику Амулет. Кстати, у нас очень классный, очень профессиональный инженер Никита Морозов, который очень отлично проектирует светильники и дорабатывает их для того, чтобы это было уже массовое серийное производство. И команда инженеров на фабрике также, конечно же, отслеживает это для того, чтобы там иногда какие-то ищутся технические способы сделать конструкцию дешевле и проще. Что все самое гениальное просто. И мы с вами переходим к светильнику Амулет. Дело в том, что когда я разрабатываю светильники, часто смотришь различный ряд эмоциональный, какие-то картинки, изображения в поисках вдохновения. И это часто бывает современная ювелирка, классическая ювелирка, потому что это украшение, которое, скажем так, минималистичный, при этом достаточно интересных разных форм присутствует. Я часто смотрю различные современные шрифты и шрифтовые композиции, графические композиции, с которых можно что-то подчеркнуть. А в этом варианте я стал искать, откуда появились вообще первые светильники в мире. И оказалось то, что они появились в Древнем Египте. Но в Древнем Египте эти все светильники были очень похожи на древние египетские украшения. Поэтому я стал копать еще глубже, и оказалось то, что вообще первые самые светильники, украшения в мире появились 70 тысяч лет назад в Южной Африке. Вы можете увидеть сейчас, как они примерно выглядели. Конечно, это уже такие ракушки, которых археологи с трудом поняли, что это, собственно, первое украшение, но они это поняли. Первые украшения в мире выглядели примерно так, какие-то вот бусы из ракушек, но это были не просто бусы из ракушек, они всегда имели тотемный, либо какой-то религиозный, сакральный смысл. Это был всегда амулет, который должен был защищать человека от злых сил, от там, ужасных мамонтов, уже каких-нибудь страшных существ, либо привлекать противоположный пол и так далее. Поэтому я захватил, мне очень понравилась эта идея, и вы сейчас видите часть рабочего процесса, как проектируется и эскизируется светильник. Я сначала нарисовал эскизы от руки, достаточно простые, поэтому часто дизайнеры интерьеров, предметные дизайнеры, скажем так,
стесняются того, что не очень хорошо рисуют от руки, поэтому посмотрите на это изображение и не стесняйтесь. Это вот, собственно, первые доски, достаточно простые эскизы, первые 3D-шки. Они как раз-таки технические, которые, скажем так, должны передать идею, а не... Они быть напечатаны. Была придумана такая настольная лампа, которая в итоге не пошла в производство, потому что отдел продукт-менеджеров решил, что эта настольная лампа будет, скажем так, не широко не популярна у клиентов. Вот эти слева брашки были приняты. Настольная лампа понравилась, справа подвесы понравились, вот, но нижний вариант из двух подвесов уже не понравился, потому что подумали, что это слишком сложная композиция. И вот это бра также было отсечено, поскольку в этом бра необходимо крепление в стену под лицо, и необходимо специально, чтобы уже на стадии проекта заложили там вывод и сделали углубление для монтажа этого бра. Такое делается очень редко в типовых проектах, поэтому решили от него отказаться. Тем не менее, все равно много светильников выбрали. И вы тоже, если будете сотрудничать с различными брендами, либо работать на заказ по предметному дизайну, по мебели на заказ, никогда не переживайте, отбор – это... естественная часть нашей жизни, к которой надо просто прислушиваться. Вот, собственно, выбрали это бра, начертили бра, сделали красивые 3D-визуализации, и результат вы можете сейчас увидеть. Фабрика сделала, нас абсолютно не поняла, и сделала вот такое бра, и они не поняли то, что стекло должно быть литое, с красивым орнаментом, а решили просто на стеклянном шарике сделать вырезы, и получилось вот такое. Мы с этим не смирились и решили идти дальше, поэтому сделали 3D-модели для 3D-печати. Вот так они выглядели. Уже оценив вживую эти 3D-модели, напечатанные, уже сделали пресс-форму, которая уже стоит нормальных денег. Тем не менее, даже этот вариант нас не устроил, потому что по пропорции нам все равно эта бра не понравилась. Мы переделали его диаметр, и в этом году как раз-таки на Интерлайте через месяц будем показывать вот это бра уже в таком широком виде. Тем не менее, вся серия также производилась с вот этой... визуализации настольной лампы. У нас тоже были приключения. Например, мы сделали не очень пропорциональный плафон. Это уже 3D-печать. Мы делали разные 3D-печати на плафон, подбирали, потому что при проектировании я, если там видно, вот на экране дома я часто его подключаю к компьютеру и в натуральном размере просматриваю модели. Тем не менее, это не всегда помогает понять во всех ракурсах, как будет все-таки выглядеть светильник, и от ошибки никто не застрахован. И получился вот этот светильник, который мы назвали амулет. Для него собралась серия из подвесных светильников и настольной лампы. Очень важно всегда, когда вы представляете, например, на конкурсе, особенно зарубежные конкурсы, ваши проекты, очень безумно важно концепция. Здесь, видите, как раз она очень широко развернута, потому что людям не только интересны предметы и то, как они выглядят, людям интересна легенда их появления и для чего они нужны. И в большинстве случаев легенды не появляются сами собой, они являются просто продолжением рабочего процесса, потому что вы когда-то посмотрели там на древние украшения, вдохновились. И потом просто потом, когда уже предмет производился, надо про это вспомнить и это сам этот рабочий процесс описать. Очень важна, конечно, подготовка 3D, красивых 3D-визуализаций, фотосъемка профессиональная. И когда мы это уже все подготовили, мы в прошлом году на Интерлайте получили первый приз за реализованный проект, получили большое-большое количество разных международных премий.
Но даже после этого работа над этим светильником не закончилась, потому что нам, например, посмотрев еще много раз этот светильник вживую, нам не понравились, например, потолочные крепления, то, что, возможно, вы никогда не замечаете, и мы решили их поменять с вот таких слева, как вы видите, с большими винтами на уже магнитные, где с помощью магнитов держится вот эта накладка с элегантной резьбой под тросики. И это сразу, конечно, создает целостность всего дизайна, даже когда дизайн продуман в мелочах. И мы столкнулись с тем, что, конечно же, появились быстро копии и в России, и в Китае. Но мы боремся всеми юридическими способами. Так. Очень даже замечаем, и даже от некоторых светильников приходится отказываться. Лариса, вы чем занимаетесь? Расскажите, пожалуйста. Так, Наталья пишет, что да, новое крепление более удачно и эстетично. Дизайнер интерьера. Это очень здорово, что вы это замечаете. Вы, как мой коллега в прошлом, мне очень приятно, что вы это все видите. И мы сейчас с вами еще посмотрим на один светильник. Он называется Суперсимметрия. У него достаточно сложная, скажем так, легенда, но очень важный функционал. Потому что если мы с вами до этого рассматривали светильники, которые были созданы, говорят, скажем так, художественному вдохновению, какими-то ассоциациями с различными культурными явлениями, с предметами, то этот светильник строго про функциональность. Дело в том, что, во-первых, начнем с вами с концепции. Название суперсимметрия нам рассказывает про концепцию современной квантовой физики суперсимметрии, которая предполагает взаимосвязь между двумя основными классами элементарных частиц, которые могут объединяться в суперпартнеры и эволюционировать друг друга. То есть это элементы, которые могут как эволюционировать друг друга, так и разъединяться. И для чего это необходимо в данном светильнике? Дело в том, что этот светильник может очень хорошо помочь при разных функциональных задачах. В сложном виде справа, как вы видите, это светильник, который создает рассеянное освещение вокруг себя, и он может применяться практически где угодно, но, например, в кафе, когда используется такой светильник рассеянного освещения, то не очень удобно, например, когда приходит какая-нибудь общая компания и сдвигаются столы, либо, например, когда мы находимся дома, и мы раскладываем, либо перемещаем общий стол, и к нам приходит большое количество гостей. И наш светильник для рассеянного освещения с этим не справляется. Поэтому этот светильник может трансформироваться в левый вариант и тем самым стать источником направленного освещения на стол. Также это очень удобно, когда мы совмещаем работу и дом, как, например, я. То есть такой светильник может быть над столом для повседневной жизни, но при этом он может трансформироваться в светильник для направленного освещения, когда там, я проектирую, работаю и так далее. Поэтому, кстати, такой маленький лайфхак: всегда очень классно делать светильники именно для самого себя, для конкретных задач, а не в какие-то космические интерьеры, которых не существует. Это достаточно сложный технический светильник, и его премьера будет как раз-таки через месяц на Интерлайте выставке в Москве. Он достаточно технически сложный, и мы должны были его презентовать еще год назад, но мы его дорабатывали и в том числе модернизировали механизм, благодаря которому он раскладывается, трансформируется. Там есть специальные магнитные крепления, и там есть и физические такие сложные механизмы, которые позволяют ему трансформироваться. Я думаю, уже через месяц уже будут фоточки, и смогу вам показать конкретнее. По этому же принципу был создан... Так, Ирина спрашивает, что за светильник висит у вас над головой? Ваш. Да, это мой светильник, называется «Баланс». На сайте MyTony можете посмотреть. Это он, ему
премьера его состоялась год назад. Я как раз сделал ремонт. И он сейчас в топе продаж. Он достаточно такой простой, лаконичный для достаточно таких простых световых задач. Но, тем не менее, сильный и симпатичный. Вот, светильник Трик, он как раз тоже про эту историю. И вообще в предметном дизайне самое сложное на сегодняшний момент работать в минимализме, потому что в мире там, не знаю, десятки или сотни тысяч предметных дизайнеров, которые каждый день работают и придумывают что-то новое. И в минимализме понятно, что самые простые формы были уже разобраны, самые простые композиции, поэтому придумать вот что-то такое нестандартное очень сложно. Я вот вчера бегал, покупал пластилин, чтобы развивать хоть как-то какие-то идеи на эту тему. Этот светильник классен тем, что он как раз очень лаконичный, но при этом эта идея никогда не была, не использовалась, и я ее смог уловить. То, что светильник, который на магнитных креплениях, может быть разборным и создавать различные композиции. Этот светильник тоже получил Red Dot. И наш последний светильник, который вам сегодня расскажу, и перейду с вами уже на ответы на вопросы и к таким большим спискам, которые я сегодня приготовил, это светильник «Шестое чувство». Дело в том, что он был создан, первый в мире светильник. Я уже готовлю пресс-релиз для этого светильника, никак его не отправлю. Первый светильник в мире, который был создан по принципу теории протоприоцепции. Вот. Дело в том, что это чувство, которое, это мышечное чувство, которое позволяет всем людям видеть в темноте, скажем так, ориентироваться в пространстве в темноте, когда человек не видит. И примерно, по-моему, 10-15 лет назад в Америке, благодаря опытам, был выявлен ген, который отвечает за это, за эту проприоцепцию. И у кого этого гена много, тот как кошка бегает по квартире ночью, а у кого этого гена, скажем так, мало, тот бьется об стены где угодно. И для, скажем так, для людей, которые относятся к второму типу, как и я, придуман этот светильник, который максимально, как с которым можно максимально легко взаимодействовать в любых условиях, в любом пространстве, потому что он работает на интуитивном уровне. Во-первых, у него нестандартное основание для освещения в виде крестовины, которую вы видите сейчас. Оно помогает нам поставить светильник максимально близко, либо между мебелью, либо максимально близко к мебели, потому что если это цилиндр, либо квадрат, либо прямоугольник, то его сложно поместить рядом. Этот же светильник можно воткнуть где угодно. Во-вторых, сейчас вы видите 3D-визуализацию, сейчас вот вы видите уже фотографии, которые мы сделали буквально неделю назад. А выключатель находится сверху от плафонов, которые нажимаются легким движением, каждый из них отдельно. И они, их высота рассчитана специально, то, что когда вы сидите, вы можете, подняв руку и наклонив ее, ну, до светильника, и переключать оба плафона, и в том же, и даже когда вы стоите при среднем росте, вы можете также их стоя спокойно переключать. Мы специально высчитывали средний рост человека и уровень его руки для того, чтобы рассчитать эту высоту. И также хотел бы вам сейчас показать еще один светильник, который про, скажем так, уже про, не имеет такой яркой концепции, тем не менее, он имеет видео. И хотел бы вас, кстати, призвать, если вы когда-то что-то создаете, это большое, является большой ошибкой, в том числе и моей ошибкой, обязательно профессиональные фотосессия и видео – это очень важно для вашего портфолио и вам на память, потому что это всегда ваш труд, который надо гордиться. А это светильник называется Ray, настольная лампа с покрытием шагрень, и здесь переделан принцип,
скажем так, светящимся элементом здесь является не верхний плафон, а само основание. И вот такие видео как раз максимально хорошо могут показать ваши работы. И как же дизайнеру пробиться на мировые афиши? Я вам могу подсказать, прежде всего, первый наш пункт – это про конкурсы. Я вам рекомендую всегда делать сначала аналитику как конкурсов, так и трендов. Для этого я вам сейчас в общий чат скину вот этот небольшой список ресурсов. Если вы не погружены в мир предметного дизайна, если вы погружены, он вам не понадобится, потому что вы это все, наверное, знаете. Очень важно здесь является то, что вы можете... Почему нет такого в белой... Так, Галина спрашивает, почему вот предыдущий светильник нет в белом цвете. Это про маркетинг и про продажи. Дело в том, что когда вы, например, разрабатываете светильники для определенного бренда, либо делаете для даже так, частный производитель, вы, например, делаете, не знаю, из керамики светильники, дело в том, что есть статистика продаж, которая показывает, что в разные периоды, например, в черном цвете светильники продаются лучше, чем в белом, там в 3 раза. И для того, чтобы бренд был успешным, то необходимо выбирать ту цветовую гамму, которая будет пользоваться спросом. Это, кстати, очень важно, в том числе большая ошибка у дизайнеров, которые делают светильники сами, либо мебель сами, то, что часто хочется сделать что-то яркое, сочное, но популярностью все-таки больше пользуются какие-то более монохромные цвета, особенно сейчас, когда мы смотрим различные современные интерьеры, потому что любой светильник, он создан для какого-то интерьера, либо для большого количества интерьеров. Он не должен быть создан для одного единственного интерьера, который кто-то когда-то придумал. Он должен быть универсальным. А про белый цвет, конечно же, возможно, мы еще и покрасим. Посмотрим, как продается этот светильник, и узнаем уже, возможно, пригодится. Смотрите, когда вы делаете аналитику, я вам очень рекомендую, собственно, приложение PressReader и посмотреть вот эти журналы, которые здесь перечислены, потому что это главные мировые журналы по дизайну интерьера, по предметному дизайну, в которых можно увидеть тренды, которые актуальны в мире, потому что это самое важное, скажем так, делать работы, которые вписываются в, скажем так, в современные реалии. Можно выражать свою индивидуальность, выражать собственные идеи, но существуют какие-то критерии, которые необходимо соблюдать. Это по подаче, по там, актуальности и другим моментам. Кроме того, здесь представлены несколько блогов, по которым можно посмотреть предметный дизайн. Также различные вот анархитектурные тоники или архипродукте можно посмотреть за последний год вышедшие продукты мировых производителей, это очень удобно. Также вот под номером 4 представлены ведущие производители, это вот Floss, Artemida, Slamp, Fabian, Foscarini и другие, Дэвида Гроппи, которые создают очень классные в мировую культурную среду и экономику. Да, Лариса, а вот вы абсолютно верны, это... Я вам очень рекомендую погружаться вот в этот мир различных международных брендов для того, чтобы понимать, что сейчас делать, что сейчас актуально. И самое важное, тоже следить за технологиями, за стилистикой, формой подачи, подчеркивать для себя фишки. Это всегда очень полезно. И, собственно, пятое – это посмотреть различные социальные сети. Вы можете просто на них легко подписаться. Очень вам рекомендую, чтобы жить в этом общем мире, общем культурном пространстве. Также хотел бы вам показать различные конкурсы, в которых вы можете участвовать, и рассказать о том, что они вам дают. Они вам могут дать... Я вот сейчас в общий чат скинул список всех конкурсов, которые я знаю, международных.
И сейчас вам про них подробнее расскажу, но сначала, что они могут дать? Они могут вам дать публикации. Дело в том, что когда вы, например, устраиваетесь либо на постоянную работу, это будет большим плюсом для вашего работодателя. Если вы индивидуальный дизайнер, это всегда будет плюс для ваших продаж, если вы создаете там мебель сами, например, для ваших клиентов. Если вы дизайнер интерьеров, вы можете это использовать, скажем так, увеличить ваш прайс за ваши услуги, потому что вы уже не просто дизайнер интерьеров, вы дизайнер и предметный, который может создать мебель на заказ для этого заказчика на международном уровне и показать ему, собственно, различные публикации. Это является не только, скажем так, чем-то приятным и мотивирующим, но и влечет прямые там, финансовые выгоды. Поэтому вы можете посмотреть вот на этот список различных конкурсов. Здесь есть Red Dot продукт. Здесь помечено, где нужны реальные прототипы либо серийные образцы. Для них не подойдут 3D-визуализации. Red Dot – это такой один из самых известных конкурсов. А дизайн, итальянский конкурс, тоже очень старый и известный. Он классный тем, что у них очень бюрократическая система, они, конечно, требуют огромное количество англоязычных текстов, но, тем не менее, они очень делают хорошие промо для участников, большое количество публикаций благодаря ним появилось, и в том числе они всегда пишут, а если какая-то публикация в международной прессе появилась, всегда об этом напишут на почту и расскажут, в отличие от всех других конкурсов. Вот Lit Awards – это самый известный конкурс про освещение и светильники. И здесь также большое количество различных других конкурсов, в том числе там, где участие абсолютно бесплатное, я их специально вам пометил, чтобы вы могли обратить на это внимание и с удовольствием поучаствовать. Также я сейчас вам хотел бы рассказать про то, что если вы добились каких-то призов либо какого-то международного освещения вашей деятельности и просто сделали очень классный проект, никогда не стесняйтесь об этом рассказывать, потому что это очень важно всегда донести информацию, потому что никто, кроме вас, не в этом не заинтересован. Поэтому составление пресс-релиза, самые там простые письма в редакции, это такая небольшая трудовая нагрузка, которая одновременно и приятна, и с другой стороны всегда дает результат. Например, спасибо, интересная информация с первых уст от участника. Лариса, спасибо. И я вам очень рекомендую составлять пресс-релизы, российские журналы с удовольствием печатают и рассказывают о предметном дизайне на своих сайтах, в своих журналах. Одну секунду. И в том числе рекомендую также составлять пресс-релизы на английском по международной прессе. Они отвечают намного хуже, но, тем не менее, это тоже хороший способ продвижения. Единственное, лучше биться к ним в окошко уже в середине, наверное, сентября, потому что в августе они сейчас все отдыхают. Когда вы будете решать, собственно, муки выбора, работу на себя или работу на компанию, вы всегда можете помнить о том, что работа на компанию – это стабильность, соцпакет, отпуск, там, командировки. Это с примерным заработком, который вы видите слева. С другой стороны, вы можете всегда выбрать путь самостоятельного дизайнера, работать с брендами самостоятельно и получать уже гонорар за там, серию либо за один светильник, либо за там, диван, кресло, либо другую мебель, и получать за это роялити. Каждый для себя выбирает свой путь. С одной стороны, это либо стабильность и меньший, но постоянный доход, либо больший доход и большая свобода.
но больше непредсказуемости. Так, Эрланд спрашивает, расскажите о коллекциях, с которыми вы работаете сейчас. Сейчас идет работа, давайте на что-нибудь приятное переключу, работа по презентации, скажем так, фотографированию на следующей неделе будет трех серий, которые выйдут через месяц, будет большой релиз. К сожалению, я не могу сегодня вам об этом рассказать, потому что по договоренности с компанией MyTony я могу рассказывать об этом только после официального релиза. Это будет три серии. Первая серия по переотраженному свету, где будет по центру такой шарик с двумя источниками света и круглым разрезанным плафоном из ткани. Там будет специальная ткань, которая имеет интересное очень свойство. Она одновременно полупрозрачная, одновременно она глянцевая. Благодаря этому на ней видно и отражение этого светильника, который светит две стороны одновременно. Он, скажем так, пропуская, через него видно пространство. Создается достаточно такой интересный эффект. Из них они такие кружочки, с которых можно создавать композиции. И мне кажется, это будет достаточно удачный светильник. Я очень на него надеюсь. Также будет презентован светильник в минимализме, с очень интересным таким механизмом для его поворота. Скажем так, он подвесной на тросике и на проводе. Благодаря этому этот подвесной светильник, его можно направить на определенную сторону, и он не будет крутиться. И при этом в центре находится специальный шарик, специальный механизм, который позволяет его крутить в разные стороны и направлять на определенную там, подсветку определенного декора, либо стены, либо картины. И он очень такой тактильный, очень приятный, тоже у меня большие надежды на него. И также будет серия, которая будет уже точно называться «Майя», которая была такое немножко продолжение амулета, вот этой тематики про украшения. Это уже украшения, собственно, цивилизации Мезоамерики, такие, скажем так, нагрудные украшения в виде светодиодной ленты с латунным корпусом и таким морозным стеклом интересной формы, такой немножко ар-деко. Тоже вот буквально неделю назад его видел вживую на складе. Очень интересный объект. Пусть все получится. Спасибо. Про авторские права. Так, Ларри, так, давайте по очереди сейчас отвечу. Так, Элли, я ответил. Лариса, будете ли вы на Интерлайте, на Интерсвет, Интерлайт, то есть на Интерлайте, да, я буду. Там будет лекторий, где, собственно, буду дизайн-лектории, где буду рассказывать про новые коллекции, про их разработку, про все сложности. Вот как я сегодня рассказывал про амулет, также буду рассказывать про новые коллекции. Приходите, посмотрите программу, афишу. Будет очень приятно пообщаться вживую. Супер, удачи вам, спасибо. Ольга, расскажите про авторские права. Смотрите, авторские права. У нас сейчас идет, в принципе, конечно же, именно в России деградация авторских прав. Там параллельный импорт, всякие разные истории. Тем не менее, законодательство существует, и мы периодически судимся различными компаниями. Существуют различные способы, собственно, по-моему, там самый простой способ – это написать заказное письмо со флешкой, по-моему, либо с распечатанным проектом и самому себе отправить. Это прям самый дешевый, простой вариант, как бы доказать авторские права. Мы используем вариант с электронной подписью. Каждый месяц я передаю авторские права MyTony, не передаю их как бы полностью, авторские права неотчуждаемые, я передаю права на коммерческое использование. И, собственно, так как у нас этот процесс
такой стандартизированный и происходит постоянно, поэтому мы, ну, как бы уже на рынке нас особо не копируют, потому что несколько судов было выиграно, и нас особо никто не трогает. Вам рекомендую посмотреть статьи про авторские права. Есть очень простые способы. Вот, как я вам рассказал, по-моему, есть как можно и даже электронным, по-моему, письмом переслать одно, самому себе, можно заказным письмом через почту с проектом. То есть достаточно простыми способами обозначить свои авторские права на всякий случай. Там, конечно, бывают различные вариации на тему того, что даже в каком-то там в салоне в Милане, я помню, был какой-то такой небольшой скандал, по-моему, Артемида и Librum выпустили практически одинаковые настольные лампы, разные немного только в цвете. Был такой небольшой скандал, потому что это было две большие премьеры для двух брендов, но просто оказалось то, что люди иногда в одном мире, смотря одни и те же тренды, скажем так, модную стилистику на данный момент, мыслят одинаково, и иногда такое случается. Но, тем не менее, всегда лучше об этом подумать. Так, кому принадлежит, вам или бренду, принадлежат авторские права? Мне, бренду на коммерческое использование. И, кстати, через 5 лет права, по-моему, возвращаются правообладателю. Пусть все получится. Спасибо большое, Наталья. Были ли бы проблемы с подделками? Да, вот, собственно, проблемы трагически происходили. Самая первая, по-моему, история была с брендом, с ростовским брендом даже. Ужасно подделали несколько таких достаточно... Такие были еще много лет назад, делались такие более классические коллекции. Ну, ужасно их подделали. Ну, посудились, вывели их из ассортимента этой компании. А потом уже было там разные международные, в том числе, случаи. Есть ли сложность подачи проектов на зарубежные конкурсы сейчас? Главная проблема, смотрите, большинство конкурсов, они платные. Не потому что кто-то хочет нажиться на дизайнерах. Во-первых, для когда сам дизайнер подает, для него это обычно стоит там, типа, от 100 до там, 100, 150, 200 евро, долларов. То есть для компании это обычно там от 1000 до 2000 долларов. То есть это абсолютно разные цифры, поэтому дизайнеры, в принципе, никто не хочет обокрасть. Они просто берут деньги за, скажем так, орг-вопросы, и никто никогда не даст премию, если проект не достоин, потому что тогда, скажем так, авторитет этого конкурса упадет. Например, Red Dot концепт, там, по-моему, участие стоит там типа 50 или 100 сингапурских долларов. И если вы выигрываете, там присылает куча различных каталогов на сумму точно больше, чем вот эти вступительные. Но проблемой является, конечно, то, что не работает Visa и MasterCard. Можно с этим, конечно, как-то что-то с этим придумать. Я, в принципе, уже придумал. Должен ли дизайнер знать технические особенности создания светильников, или он художник? Элла, смотрите, про художника и технические особенности, да, дизайнер должен знать технические особенности, потому что они влияют на художественную ценность, на художественную составляющую самого светильника. Давайте посмотрим на примерах. Например, вот этот светильник, вот, он был спроектирован вот так вот, как он сейчас выглядит на 3D-визуализации. А когда мы смотрим уже фотографии реализации, мы видим, что основание светильника стало толще. То есть там еще появилась такая подставочка, потому что для массового производства это неприемлемо. Потому что вот этот светильник, он никуда не падает. Но он достаточно, скажем так, немножко шатается, и массового покупателя это смущает.
если бы этот продукт был рассчитан только там на дизайнеров интерьеров, на предметных дизайнеров, ну, скажем так, продвинутого покупателя, то окей. Но вот для массового покупателя нам пришлось делать небольшие изменения. Поэтому такие технические моменты необходимо всегда предполагать, знать об этом, думать. И очень хорошим способом это все узнать, это просто посмотреть, собственно, вот эти все бренды, которые я вам отправлял, и посмотреть именно фотографии уже готовых проектов и методично подчеркивать какие-то технические моменты, которые возможны или невозможны у определенных производителей. Потому что если один производитель как-то так что-то делает, то чисто теоретически это физически возможно сделать. Не факт, что другой производитель с другими фабриками может это сделать, но какие-то закономерности для себя можно понять. Потому что если вы только художник, вы можете нарисовать очень красивый проект, который там будет очень интересен всем на свете, но это у нас, знаете, только концепции, а предметный дизайн – это про бизнес, про реализацию успешных продуктов, и как бы оставаться только на таким бумажным предметным дизайнером, только создавая проект, это не очень интересно. Так, Ольга, Алексей, а вас не пытались скантить другие бренды? Долго читал слово скантить. Да, была одна история. Но с Майтони мы договорились, все хорошо. Все живы, счастливы. Какой проект вы мечтаете реализовать? Мечтаю реализовать очень много проектов. Много проектов с, скажем так, более креативных, менее коммерческих, чтобы было поинтереснее. Какие тренды вы видите в освещении? В освещении есть сейчас тренд на различные природные формы, асимметричные формы, на более такие плавные формы 60-х, то есть все немножко такое по форме скругляется, немножко становится асимметричным. В освещении, кстати, ну вот если в принципе смотреть освещение там, это уже, ну, супер старая история. Там люстры уже 100 лет не используются. Используются либо подвесы, композиции из подвесов. А технический свет уже сейчас в каждом проекте. Но в России, мне кажется, даже дизайнеры интерьеров используют технический свет и шинопроводы чаще, чем европейцы. Как и неудивительно. И в целом трендов много, они разные. Там по материалам сейчас как раз-таки приходит более много различных натуральных материалов, и дерево, и керамика. По цветам, как ни странно, какие-то европейские тренды, все-таки это вот черный, там серый, бежевый, белый, латунь. Плафоны там прозрачные, тонированные, темное стекло, белый, матовый. Трендов много, они разные. Я не подготовился, к сожалению, извините, могу вам показать презентацию сегодня по трендам. Я недавно ее делал для Майтони. Так, вы любите работать с цветом. С цветом классно работать, но для серийного производства это крайне сложно, потому что когда вы делаете любой объект, мебель, либо освещение в цвете, он пользуется очень маленькой популярностью
у покупателей, потому что если вы используете синий, не знаю, красный, то этот синий может не подходить, даже если в проекте там синие обои, синие стены, то синий вашего светильника, либо вашего кресла, ну, с креслом там можно, там хотя бы можно поменять ткань, а светильники уже ничего поменять нельзя, только его там перекрашивать, это обычно никто не делает. И вот синий этого светильника может быть абсолютно другим, чем синий вашей квартиры, либо синий цвет ваших обоев. Поэтому цветные светильники, к сожалению, практически не популярны, потому что из-за вот этой вариации тысячи оттенков синего, красного, розового, там, даже какие-то трендовые цвета, они надолго обычно не задерживаются. Дизайн для вас творчество или бизнес? Творчество. Бизнес – это способ реализации творчества. Как бы, если мы возьмем там художников Возрождения, там, не знаю, там, от, там, да Винчи, Микеланджело и так далее, я думаю, для них это было все творчество, но у них были при этом реальные заказчики, там миланский граф, папа римский, дворяне, как бы все, каждый из нас должен кушать. А вернутся ли европейские бренды в Российскую Федерацию? Ну, бренды, которые, скажем так, заточены под Восточную Европу, как Майтони, никуда не уходили. Про европейские бренды, как там, не знаю, Фаскарини, Артемида и так далее, как, насколько я знаю, их как-то там везут. К Константину Цепелеву обращайтесь. Он знает там тайные пути, наверное. А так, я думаю, мы не знаем, посмотрим. Так, что вы думаете о тренде эко-дизайна в дизайне? Эко-дизайн, в принципе, эко-дизайн – это такая история, что вся вот эта мода появилась в... как раз в декабре перед годом пандемии. Я уже не помню, какой это был год. 20-й, по-моему. То есть это был... То есть у нас там в феврале, в марте карантин. А до этого в декабре была неделя дизайна в Стокгольме. И тогда по-моему, дизайнеры из Испании сделали тренд-зону, где представили интерьеры вот в этом... Ну, эко-стили, которые такие не квартиры, а квартиры такие испанские виллы с большими балконами и с лежаками, с кучей зелени. То есть и люди, пережив пандемию и огромное время пережив ее дома, и людям понравилась эта идея, то, что для них квартира... Для нас квартира – это не просто какое-то вот замкнутое урбанистичное пространство, а мир, где можно отдыхать и практически быть как будто в отпуске у себя дома. Это, мне кажется, классно, но тренды будут меняться, потому что тренды всегда меняются, потому что в том числе производителям отделочных материалов, освещения, строительных материалов и так далее, мебели – необходимо делать новые коллекции для стимулирования продаж, поэтому тренды всегда будут меняться каждые там 2-3 года, появляются микротренды, большие тренды, потому что индустрия так работает. Будем смотреть, что появится в ближайший год. Да, шинопроводы прям повалены. Да, Елена, я с вами согласен. Мне кажется, я скептично отношусь к шинопроводам, потому что, мне кажется, особенно когда приходишь там, в кафе, ресторан, на торговый центр, где старое техническое освещение, которому 10 лет, либо там 5-7 лет, то понимаешь, что
Ну, это трудно. Если сейчас представить, что делать ремонт и сделать там магнитные шинопроводы, то надо понимать, что через там 5, 7, 10 лет они устареют, и это будет очень сильно видно. Лариса спрашивает, какие критерии найма дизайнеров в Майтоне? На данный момент мы приостановили с конца февраля поиск дизайнеров на постоянной основе. До этого мы много лет, все 8 лет сотрудничали с разными дизайнерами. У нас были дизайнеры из ювелирки, дизайнеры интерьеров, дизайнеры ресторанов, предметный дизайнер, дизайнеры мебели. Вот с разными дизайнерами мы сотрудничали очень плотно, пока у нас такой небольшой перерыв. Я думаю, мы скоро это возродим, посмотрим, когда. Будем надеяться, скоро. Критерии были достаточно простые. Здесь история в том, что очень сложно найти предметного дизайнера освещения, в принципе, потому что, когда вы, не знаю, пытаетесь, условно, представим, на еду найти там укладчика плитки к себе в ванну, вы хотите посмотреть его портфолио, где там несколько квартир, несколько санузлов с плиткой, как он уложил. А здесь приходит много вакансий, приходит много резюме, где нет ни одного светильника, либо ни одного предметной мебели. Со словами «я хочу к вам». И поэтому нам приходилось всех мучить тестовыми заданиями. Даже мучили иногда в два этапа. Сначала тестовые задания, потом платные тестовые задания, чтобы человек не тратил свое время. Мы это, ну, как бы все оплачивали, потом никогда никуда не использовали, потому что мы просто не понимали, потому что, ну, реально, у человека просто ни одного светильника нету. Мы видели, что он, возможно, талантливый, классный, но очень сложно было ему, ну, сказать точно, что это человек нам подходит. Что лучше, зарплата или роялити? Я живу на зарплате. Многие дизайнеры на роялити. Ольга, трудно, мне лично трудно ответить. Наверное, каждому свое, у каждого свой путь. И Карина спрашивает про авторское право. Даже если что-то делаешь разово для выставки, например, то, что нужно себе на почту скидывать проект, все равно, так как нет никакой гарантии, что кто-то не украдет дизайн, так получается. Ведь никто не мешает посмотреть на выставке на что-то и зарисовать себе, потом выпустить свой вариант чужого. Карина, ну, смотрите, если вы делаете стенд для выставки, возможно, там авторские права здесь будут бесполезны, потому что, когда, скажем так, сделать одинаковые стенды практически невозможно, потому что у них будет разный брендинг, разные зонирования, разная площадь. И вам потом доказать то, что это прямой плагиат, а не там переделка или переосмысление, будет это очень сложно. Но вот если вы делаете для этой выставки, не знаю, мебель на заказ, которая оригинальна, и вы точно это знаете, то лучше как раз-таки сохранить свои права, потому что мало ли что. А так вы будете спокойные за все это. Я немножко стал заговариваться, извините. Насколько я вижу, у нас вопросы кончились, и я хотел бы еще, наверное, про последнюю нашу тему, творчество или бизнес, мы как раз мотивация предметного дизайнера. Смотрите, вот справа это люстра классическая моего дизайна, которую я сделал лет там 7 назад, потому что был такой, собственно, заказ, хотя именно такая стилистика мне не очень близка. Слева это как раз история, которая и мне, и по душе, и в итоге мы реализовали и будем сейчас выставлять на Интерлайте.
И вот здесь как раз выбор. Я считаю лично, что необходимо трезво оценивать риски и возможности, что когда вы приходите сотрудничать с определенным брендом, например, когда я пришел в Майтоне, Майтоне выглядел, даже логотип выглядел, как он выглядит слева. Сейчас он выглядит так, как он выглядит справа. Я, кстати, я когда-то нарисовал логотип Майтоне. Был внутренний конкурс. Вот. И даже бренды меняются, меняется команда, и, возможно, компромиссы всегда в этом плане возможны и необходимы для того, чтобы ваш путь был максимально перспективным, потому что если вы видите возможность перспективы и развития там, с определенным заказчиком, то почему бы нет, не попробовать. Что важнее, идея или возможность ее реализации? То есть можно бесконечно фонтанировать идеями, но ни одну не реализовывать. Ведь техническое доведение идеи до рынка это тоже талант. Да, это, безусловно, талант там, инженеров и разработчиков. Это безумно важно. Тем не менее, лучше, конечно, придумывать какие-то объекты, которые возможны в реализации, потому что ваш путь может быть достаточно неожиданным. Например, вы нарисовали там, не знаю, кресло, которые возможно реализовать, и оно там что-нибудь выиграло, какие-нибудь награды, возможно, оно завирусилось там в Пинтересте, и вам захочется его когда-нибудь реализовать, либо вам обратится компания, которая захочет его реализовать. А лучше вы можете привести всегда инициативу к производителям и предложить сотрудничество. Потому что главное всегда помнить то, что именно, собственно, ваша карьера – это в ваших руках, потому и кроме вас она никому больше не нужна. И хотел бы закончить такую небольшую часть тем, что дизайн – это не то, как предмет выглядит, а то, как он работает. Это известная цитата Стива Джобса. Хотел бы вас поблагодарить за то, что слушали. Екатерина, вам спасибо большое. Коллеги, всем большое спасибо. Желаю вам большой удачи в том, чтобы делать красивые, интересные проекты на конкурс. Обещаю максимально честно их судить. Спасибо большое, Алексей. Друзья мои, пишите благодарности. Я на самом деле, сколько уже слушала Алексея, всегда узнаю от него что-то новое, что-то интересное. Пожалуйста, пишите, насколько он вас вдохновил, насколько он вас воодушевил, дал полезную информацию. Вот, Алексей, все это для вас, потому что действительно всегда интересно. СПС, пишет Лариса. СПС. Ну, надеюсь, что это значит большое спасибо, Алексей. У меня уже не хватает пальцев, чтобы написать все то, что я сегодня о вас услышала, скорее всего. Алексей, увидимся с вами на выставке Interlight, где вы будете не только выступать, но и представлять свои коллекции. Коллеги, я вас всех приглашаю точно так же посетить эту выставку, зайти обязательно на стенд Майтони, взять огромный красивый каталог, найти Алексея, подписать у него, взять у него автограф, как мы делали тоже частенько на мероприятиях, и уверена, что в ближайшее время, обязательно вдохновившись нашей сегодняшней встречей, мы будем брать автографы и у вас, и у посетителей нашего сегодняшнего вебинара. Алексей, традиционно большое спасибо. Очень интересно, у нас сегодня были вопросы. Спасибо вам за ответы. Удачной подготовки. Знаю, что у вас сейчас будет жаркое время. Большое спасибо, Светлана, за эту возможность сегодня пообщаться с коллегами. Это очень всегда приятно и ценно. Ну все, ждем встречи на Интерлайте и ждем, конечно же, от вас новых новинок, идей и, конечно же, побед. Друзья, от вас участие в конкурсе, где Алексей... Всем удачи. Является. Всем большое, удачи.
вдохновение. Членом жюри. Скидываю также Инстаграм Алексея. Переходите, подписывайтесь, обязательно следите за его победами. Спасибо большое, Алексей. До новых встреч. Друзья, с вами тоже прощаемся. До новых встреч и обязательно увидимся на следующих вебинарах. Всем пока-пока. Хорошего вечера. Пока.